тверских школах стартовали уроки здоровья. Эта акция организована управлением Роспотребнадзора совместно с управлением образования администрации города. Школьникам рассказывают, как защитить себя от вирусов и укрепить иммунитет. Подробности далее. Урок здоровья для учеников 2 А 36-й школы. Сотрудник управления Роспотребнадзора рассказывает младшим школьникам о том, что нужно делать, чтобы расти здоровыми и сильными. Основные аспекты ЗОЖ, в их числе и зарядка для глаз, разъясняют в игровой форме. А кто-то может показать, как это делается? Гимнастика для глаз. Ну не стесняйтесь. Ну давай. 7, 8, 9, 10. Молодцы. Носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию. Сейчас особый акцент на профилактику вирусных заболеваний. Детям постоянно напоминают, как мыть руки правильно. Потом так. Так, еще. И смываю. Уроки здоровья проходят как в начальном и среднем звене, так и в старших классах. Для учеников старших классов это, конечно, проводится более в серьезном формате. Взятием некоторых других аспектов, как о вредных привычках, вреде курения. По итогам урока здоровья ученики 2 А делятся полученными знаниями. Надо гулять минимум 2 часа в день, отдыхать между школьными делами и домашними. Еще надо хорошо мыть руки с мылом после туалета, перед едой и после еды. Первые уроки здоровья прошли в 10 школах Твери. Планируется, что лекции на тему ЗОЖ будут проводиться во всех учреждениях образования города.